Сейчас информация с торгов на казахстанской фондовой бирже. Доллар поднялся до 345,5 тенге. По итогам утренней сессии средневзвешенная цена американской валюты увеличилась более чем на 1 тенге по сравнению с торгами накануне днем. При этом максимальная стоимость за американца сегодня утром составила почти 346 тенге. Общий объем торгов 28 миллионов 600 тысяч долларов.